Итак, всем привет, дорогие друзья. Сегодня мы играем на голодные игры. И сегодня мы играем вместе с Жекой и Пашей. Всем привет. Да. Всем привет. И сегодня у нас есть с нами играет подписчик, даже два вроде. Так? Нет, или один. Блейд, короче, Блейд. Не будем это... Короче, Блейд. Короче. Просто Блейд. Короче, давайте без короче. Я самый первый, да, нет, я не самый первый. Ой, ой, броня, много брони. Всё, валим. Очень много брони, я ухожу. Радиоактив. Радио, городская волна. Жек упоролся, Жека что-то курнул. Хрень у меня бить, а? Не стыдно. Я помню, в какой-то карте у меня заглючили текстуры, помнишь, Жека? Только мы ее не выложили. Вот на этой. На этой? Да. Ой, чуть-чуть. Я знаю, где тут все сундуки. Да-да. Ух. Пойдемте, быстрее. Иксруй. Ну, почему мне не заглючили текстуры? Не, ну реально тогда заглючили. Один на стик бежит. С каменным мечом, Жека. Бегаю. И что нам делать, подожди? Че, он чуть не бьет меня? Он меня не бил, подписчик, что ли? Это Блейд, что ли, этот? Не, это не Блейд. Ну что-то бежит... еще какой-то русский. Ой, как он вниз спустился. Так, удочка, еда, шляпа. Меня сейчас убьют. Я еще паутину там. Я чего опять в ушку не попал. I'm radioactive, Эй, как вы вылезти? Меня сейчас убьют, help! Че, Жека? А, все, вылез. Это наш. Боже. Испугал. Я чуть коньки не отодвинул еще, ребят. Я забыл коньки. Я видел там. Спасибо, что спасли. Это что, это как жить твоя молодая? Здорово. Закончилось уже? Да. Все из-за вас. Вас тут тоже убьют, пацаны. И да, есть, Жека? Да. Вижу сундук, подожди, мы должны его посмотреть. Ой, подожди, надо подписчик одеть. Его плутали, я тебе говорю. Ух ты, ё! Два каменных меча. Ого, давай. Тут просто тупо вещи валялись. Подписчик, иди сюда. Так, иди на тебе вот. Так, подожди, я помощью золотую шапку кину. А, это я взял. На. Подписчик, ты умеешь стрелять, я надеюсь, стрелы. У меня! Блин, дай, пожалуйста. Ой, он реально выкинул. Брат, ты не понимаешь полуслова. Он тебя понимает даже на расстоянии. Офигеть, два каменных меча в одном сундуке вообще. Не в сундуке, я говорю, они тупо валялись. Кто-то умер, видимо. А. Я сам офигел, просто иду, такая кучка валяется, там два каменных меча. Интересно, еще еды дофига. Просто ливнул, пацан. Вот я и думаю, помнишь, за который типа ты что говорил, типа нас не бьет? Может он не бил, потому что он полагал? Ник вижу. А, я не ник, я чувака вижу. Идите вперед. Идите вперед, вы его завалите. Там еще. Вот он меня завалил, отомстите ему, пацаны. Ну все. Жека! Жди, сейчас может не. За рвуху. Это он меня завалил. Где он? А, вижу. Там еще один, пацаны. Ой, как хорошо. Вижу. Евгений, ты справишься? Я просто... Евгений могёт. Ты разве этого не знал? Евгений могёт, на! Эй, Евгений! Евгений, я бью двое людей, у Евгения стало три сердечка. Минус один. Ирфа затащил. Ирфа, дай подписчику оружие. Подожди, подписчик. Ай, кувшинка. На, фигач его. Я бы ударил один раз. Подтолкните друга. Так, у меня сейчас дофига вещей, ребят, давайте делиться. У меня один железный слиток, Жека, есть еще? Нет. Надо подписчика одеть, подписчика. Так, Жека, вот тебе вот это. Еды. Еды. На тебе вот еды. Ежи. На тебе вот еще нагрудник, ежи. Я тебе же сзади скину. Аккуратно, сзади! С вами. Я его мочу. Нет, горю! Вода. Сейчас завалится. Вода, хух. Это, подписчик подобрал броню, которую я тебе дал, Жек. Да пофигу, смотри-ка у меня броня. Так, на тебе вот. Подписчик. Что тебе можно дать? Два железа есть. Так, подписчик. У меня один. Этот. Подписчик, на тебе. Я ему топорик дал. Подписчик, у тебя. Алмаз спросите, есть? У него есть? Алмаз есть. Или железо? Спросите у подписчика. У меня нет. Кто-то топает. Подождите, это вы? Это я. Ой, я камера еще.
У меня железо есть, Жек. У меня два тоже. Пойдемте на центр. Я просто, если бы у него было еще одно железо, то мы бы сделали два атлета ключа. Так. О, вы прям около центра. Меня кто-то скинул, я подписчик попадал, ударил. Да, все, надо делать. Ой, я опять упал. Сотрали лоука. Икс-руй. Да я тебя скинул. Ах ты. Так, на центре никого, это довольно хорошо. Блин, довольно? Подожди, кто-то PvP пишется. Где PvP пишется? Кто? Не слышу, кто-то кого-то. Это упал. Я упал. Я не PvP пишусь, я упал. Так. У меня есть железный меч, это за. Опа, делайте так, я допрыгнул, нет? Я допрыгнул, спорт. Подписчик, получи плюху. Давайте я вам буду говорить, где. Видел, убил. Меня. Тут рядом с вами нас это. Координаты. Где? Вот, завалили. Видели молнию? Все, бегите на молнию. Где? Минус 155-348. Минус 155-348. Тупо нужно прямо сейчас бежать. Давай не поменим снег. Вы сможете, или вы просто будете лошарами. Где? Или нет? Или да? Или мда? Или. Мнец. А где? Стоп. Ты не на этих координатах. Минус 180 и 350 у меня. Ну? А он на координатах. Минус... Минус 100... Сейчас скажу. Минус 160. Да не бегай ты по лабиринту. Минус 162 и 324. Это туда нужно спускаться. Я вижу его, вижу. Да где ты? Спрыгивай вниз. Спускайся, прыгайте вниз, он в лабиринте. Я его вижу. Сейчас не беги, нет, тут не пройти, лалка. Пройти. Да и тут не пройти, лалка. Где пройти? Вот тут пройти, да. На. Запилил лалку. Подписчики собрал. Так, что же у меня есть? У меня есть ничего нет. Алмазик есть. Слышь, подписчик, охренела. На. Я рыбу поймал! Я пошел на центр. Упоролся. Так, сейчас я вам скажу, где еще люди. Вам одного человека осталось убить. Подписчик, тебя. Пацаны, рядом с вами. Вижу, нет. Минус 127 и 350, он на шифте сидит. Минус 127. За деревом. Можешь сейчас минус 27, а за такой? Да, вот вы к нему рядом, уже рядом. Он с другой стороны дерева. Да, вот вы прямо около его, да, вот он, за деревом. Нет, убежишь сейчас. А, вижу. Вали его. Это победа. Шака, убей всех, кто здесь находится. Бей Ирфу. Хренел. Бей Ирфу. Не. У меня три хп. Ой, извини. Физиканул. Мой пьедестал победы. Ирфа. Подписчик, взгляни наверх. Ух ты, хуйня, вонючая. Я не дюшачья морда. Ах ты, не дюшачья морда, на. Нет! Ты чё? Дюшачья морда. Ты тоже дюшачья морда, на! Дюшачья морда, эх ты. Тебя сейчас Ирфа стреляет. Ах ты, дюшачья морда. Ну всё, это война. Да блин, ты мне так в очко засадил. Короче, первого этого... Валите сначала Ирфу. Да у меня хп мало. Короче, ты беги, я бью подписчика, понял? Всё, да. Фигач попал. Аккуратно, нет! Я его убью. Я убью этого гада. Нет, что стреляешь? Теперь тебе надо завалить его. Все, давай, это не ко мне, короче. Это война. Битва титанов! Это битва титанов, бог! Да блин! Да хара, меня регенза, нифига, я даже не хочу вступать в бой. Ладно, хорошо, я тебя не буду убивать. Убивай, ну ё, ты медленная какашка, убей его, иначе он тебя убьет, Жека, либо ты, либо он. Меня не убьет.
Он тебя убьет. Спорим? А, давай как это в Голодных играх в фильме. Съедим какую-нибудь ягоду и сдохнем. Спорим на 100 рублей, что он тебя убьет. Смотри. Ой, ягода. Ягода. Ты, конечно, ты его не убьешь. Чё? Пом-пом-пом. Давай. Ой! Нет, не попал. Давай, походи, я буду. Еще в задницу ему стреляй. Иди ко мне, сейчас молния будет бить. Беги ко мне быстрее. Артём, ко мне. Нет, Артём, беги к молнии, чтобы он тебе это, чтобы тебе поинты не забрали. Он у тебя поинты украдет, уходи от него, дурак. Не бойся. Артём, я говорю, беги к этой молнии. Нет, Артём, если сейчас ко мне не пойдешь, я тебя убью, все. Иди ко мне. Ты знаешь его план, но он сейчас за тебя больше получит. Вообще терять нечего, все, давай. Кушай, давай. Делайте, что хотите. Пусть быстрее генится. Да, давай попа нормально. Бей его, бей его. Сейчас регенция и нормально попа, все. Я готов, я настроен так. Засунем каменный меч, пожалуйста, крути. Не, ну ты, конечно, все, типа, капец. Воду. Ладно, окей. Ах ты, поинты они не дали. Ух ты, сволочь. Молодец. Ладно, все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте видео, вступайте в группу, подписывайтесь. Ну, а с вами был Жека. Паша. Паша. И еще подписчик, да. Ой, еще тут много подписчиков. Шедов, это подписчик. Шедов, приезд, так я твой подписчик. Муа. 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 Знаете, как это? Муа. Всем пока.